Началась новая неделя, а это значит, что выездная администрация начинает свою работу уже в другом месте. В этот раз помогать решать вопросы специалисты будут жителям деревни Брёхово. Прием жителей проходит в Кутузовской школе. Специалисты работают в учебных кабинетах и с 9 утра дежурят на рабочих местах. На местах находятся представители всех учреждений и служб, также представители по всем сферам, это и образование, и безопасность, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, впрочем, по всем направлениям развития города. Специалисты администрации готовы дать разъяснительный ответ или взять предложение в работу. Сотрудники территориального управления отмечают, что раньше у них была практика проводить приемы жителей на выезде, но это были разовые мероприятия. Выездные администрации в течение целой недели проводятся здесь впервые. Я возлагаю большие надежды на это мероприятие и считаю, что все вопросы, которые будут обозначены жителями в рамках выездной администрации, мы найдем решение. Елена пришла в Кутузовскую школу сразу с комплексом предложений по благоустройству территорий. Вместе со специалистом из администрации они прошлись по дворам и зафиксировали недочеты. Также химчанка предложила оградить тротуары, чтобы зимой на них не парковались машины. Как вы оцениваете вот такой формат, что можно прийти? Отлично. Как он, вы появились, у нас зашевелилось все в районе. Отлично, почаще приезжайте. Угу. Все отлично. Приходят за помощью в решении вопросов и жители соседних поселений. Надежда Вавилова приехала из деревни Юрлова. Визитом также осталась довольна. Мне нужно установить рядом с моим домом искусственную неровность для того, чтобы машины не разгонялись, ездя мимо моего дома. Отлично все получилось, сразу быстро все решили, подали заявление и сказали, что в ближайшее время установят. Поселение Кутузовское вместе с Луневским стали частью городского округа с начала этого года. По инициативе главы Химок первые выездные администрации этого сезона проходят именно на новых территориях. Выездная администрация в Кутузовском будет работать до 18 часов субботы. В течение лета подобные приемы пройдут во всех микрорайонах Химок. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.